2 сентября 2020 года. Вот что я здесь нашел. Вот эта штука, наверное, возможно, даже является белым грибом. Я, конечно, не уверен, но хочется верить. На вид он, кстати, такой серенький. Шляпка вот такая вот желтенькая изнутри. Ножка толстая, и сам он вообще очень тяжелый. Кстати, ножа у меня нету, я не могу его даже разрезать, посмотреть, что там у него внутри, как он там выглядит. Скорее всего, я его тут оставлю. Вот так вот он тут рос. И вот здесь вот есть еще один. Точно такой же, только чуть-чуть поменьше. Больше пока я грибов не вижу. Кстати, вот на днях, вчера, по-моему, тут шел жуткий дождь, жуткий ливень. Возможно, именно поэтому они тут и вылезли. Больше пока тут ничего не вижу. Никаких грибов. Хотя можно, конечно, еще посмотреть. Я больше ничего тут не видно. Больше нету ничего. Вот это тоже странная конструкция, я бы сказал. Что такое, вообще непонятно. Вот тоже конструкция очень красивая. Что такое, тоже непонятно. У меня даже фантазии не хватает, что это может быть. Ну и грибов больше я не вижу. Не, а больше нет ничего. Больше грибов нету. Ладно. У меня уже время вышло. Так что кино заканчивается. Ложу трубку.